Представь себе. Как мило. Я их с детства люблю. Вчера вспомнила, как ты классы побеждал на соревнованиях. Есть шанс поставить Руслана на ноги. Операция жасаймыз. Әлі қаяғынан тік тұрып кетесің. Қайдағы операция, біз ешқандай ақша да жоқ. Мам, мен сенің ақшасын айлыққа тұрмайын қойдым. Слушай, а участвуй в турнире. Сколько раз я тебе об этом говорю? Я играю для того, чтобы отключиться от всего. В игре я забываюсь, брат. Сәлем, замайсың ба? Порвите их, покажите им. Потому что людям важнее внешность, нежели содержимое. А еще он позвал меня на турнир. Когда я потерял способность ходить, я думал, что на этом все. Я видел в себе только инвалида. Но как я начал верить в себя, как я начал действовать, я стал счастливее.